Ого. Вы видели, как он бьет об землю? Прикольно. На. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Черный Гад, Dark Dragon, King and Fire, Илья Чехов, пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали классных монстров Хендерсона. Они вышли сегодня, посмотрим, что они себя представляют, их не так уж и много. Картонный маус. К тому музычку он прикольно издает. Вот смотрите, какой прикол, когда ты к нему подходишь, он начинает уходить. А, не, а что он задом? Эй, стой! Это какой-то обидчивый получается, да? Ой, он обиделся, в воду ушел, утопился. Какой-то лачон этот такой странный. А ну еще раз его поставлю. Че ты, а ну, если по нему стрельнуть? Он не агрится, да, никак? Нет. Хорошо, давайте другой вариант. Есть у нас такой же самый, только в конце префикс киллер. О, вот этот сразу, смотри, что делает. Ну-ка, ну пусть меня задамажит. А, он такой, ну не сильно дамажит. Такое лицо у него страшное, какие-то зубы или что у него там торчит. Чебурашки. Ух ты. Да, смотрите, какой монстр. О, смотрите, голова. Прикольно, берет и телепает. А ну меня возьми, потелепай. Схвати меня. Блин, думал, меня схватит и по землю побьет. О, смотри. От, блин, сожрал. Когда маленький скин, он его бьет об землю. Хуш. Ух ты. Такой прикольный звук издает. Ого, у него зубы стрёмные. А ну давайте подстрачника ему дам. На тебе. Ой, смотри, я по нему попал, сразу агрится на меня. А, кто стреляет, на того и агрится. Эй! А ну пусть да, задамажит, у него ж... Что это было? Он когда меня убился, умер что ли? А ну убей меня. Ого, сожрал. Шикает. Да он... Ух, смотри, как сожрал, прикольно. Но я тебя не трогаю, чувак, вообще. А, я удалил. Я думал, знаете, когда меня схватит, я его удалю, я не умру. Нет, во время хватания убивает. Такое же самое, есть только хуш-киллер. Ух ты! Сразу кричит. А, у него не надо провокации, он сразу дамажит. Ого. Вы видели, как он бьет об землю, прикольно? На. Прикольно, прикольно. Кусок говна тряпки. А на меня хватани. На. Ого. Было бы, знаешь, что прикольно? Если бы он бы так бил, а в конце выкидывал бы просто в сторону. Как тряпку. В воду бы, допустим, кидал. О, я могу им управлять. Давайте попробуем. Процесс. Не могу я. А, я мертвый, потому что. Попробуем. Пошел. Ладно, давайте его тут поставим. Попробую успеть вселиться в него. Эй, говна, не успеваю. Ого, он еще прыгает. А ну-ка, нажми пробил, ты можешь прыгать? Воу, прикольно. А ну, альт нажми. Альт, F, Ре. На. А, это уже NPC начинает фигачить. Об землю. Так какой-то реально неадекватный. Следующий очень интересный, это последний с обновлений, но самый такой The Imposter. Смотрите, как он выглядит. Очень стрёмно. Чё у него за кишки из головы торчат? Это вирус. Это вирус? Да, это можно сказать, пришелец. Ого! Он откидывает, как я и хотел, в небо! А ну пусть меня убьет. А ну убей меня. А ну-ка давай. Ух, протыкает. Прикольно, у него такие клешни. Я хочу, чтобы он схватил кого-то. Не хватает, не? Просто всех. А сплэш убьет. Это импостер. Да, это настоящий импостер. Ты что, псих? Я убегу от него.
О, господи, как он лупаш, это перкотик. Вот это люди отлетают, как я и хотел, в небеса. Так, теперь мы, ребята, сделаем битву между ними. Я сейчас сделаю, чтобы они нас игнорировали. Ставим импостера и хэшкиллер. Ну-ка, давайте, кто кого? Хэшкиллер, давай! Кто самый сильный? Напишите в комментариях, пока битва не кончилась. Я думаю, что импостер выиграет его. Та! И неудивительно. Заново, с полными жизнями этого и этого. Вот, они прям долго дерутся. Заяц-убийца у нас есть. Я его сейчас подготовлю. Где он у нас? Вот тут. О, он выиграл! Импостер не выиграл? Странно. А ну а теперь мы вот этого и вот этого. А, не, подождите, не так. Давай, погнали. Стычка века. Победил. А теперь давайте сделаем победителя с предыдущих серий. Заяц-убийца, который жрет всех. Независимо сколько жизней. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка, давай, кроляччина. Ну-ка. Нет, я думал, кролик поярче будет, сразу завалит. Я даже не знаю, я думал, кролик выиграет сразу. Но она что-то не выигрывается сразу. Что-то вообще. Давайте мы тогда сделаем, чтобы было интересно. Ого, у него жизни. Получается, он сильнее, чем зайцы. Вот это у него лупашат. Какой смысл, если он такой сильный? Ого, один аж психует. Не психуй, не психуй. Не могут выиграть. Они, я буду психовать. А мне кажется, они с разных паков просто. Поэтому не могут с друг другом воевать. Ладно, давайте, толпа импостеров. Знаете, против кого они будут воевать? Кого? Против нас. Это жестко. Вот это не мочат. Они телепортироваться могут. Ого, я даже не знаю. Давайте посмотрим, за сколько минут я проживу. Сколько секунд я проживу, когда я возвожусь. Раз, два, три. 4 секунды. Всего-навсего. Да блин, они очень. Нельзя, да, никак выиграть их? Я не знаю, возрождаться стоит или нет. Это просто жесть какая-то. Хорошо, давайте очистим карту. Давайте с теми, с кем можно будет воевать. Готовьте оружие, пацаны. Сейчас будет серьезная битва. Очень серьезная. Потому что их реально тяжело убить. А я не буду первым атаковать. Это как секретное оружие будет. Ого, их сколько. Пошла жара. Толпа новых монстров. Ого. Их очень много. Че, сколько ты проживешь? Долго, не? За мной, что ли, побежали все? Он запрыгнул! Они запрыгивать могут. О, давайте проверим, выдержат ли они бомбочку. Небольшую, слабенькую бомбочку. Например, у нас есть огненная. Вот. Она как огненная, она очень мощная, но должна их убить. Хотя вроде с этого пака бомбы их не убивают. Ой, отлетела, но не взорвалась. Взорвалась. Убила? Нет. Файер их убил. А, нет, он наших убивает. Драгон их мочит чем-то. Так, бомба их не мочит. Может, что нам, брат, тогда? Монетку может? А я монеткой их буду гасить. А ну иди сюда. А ты чем их гасишь? Нет, это не я. Это тоже не я. Ого! А ну на! Вот это битва, серьезно. Ох, затоптали! За своих кентафориков. Обиделись. Красота! Бомбы пошли.
А что ты за оружие использовал? А, это ты взял через бинокль, да? Красиво, красиво, но они не умирают. У нас нет таких бомб, которые их может. Это надо Гренвич. А, они у нас есть. Прощайте, подлецы. Я и забыл. Фу-ху. Это было жестко. Дайте я взорву. Они живые, кстати, да? Да, они живые. Вот бомбочки, которые их убивают. И просто улетаем, чтобы наблюдать это все сдалека. Ух ты! Спайдермена руки аж скрючило. И я друзья, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!